الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы подходим к концу изучения наших букв. У нас осталось буквально несколько букв. И сегодня мы возьмем достаточно легкую букву. Это буква «Даль». Это одна из тех шести букв, которые не соединяются на письме с последующей буквой, как, например, буква «Ра», буква «Вау», да, у нас «Алиф» были, тоже не соединяется с последующей буквой. Пишется очень легко и всегда пишется на строчке, то есть никогда не пускается ниже строчки. Да, пишем в начале, и если у нас есть предыдущее, которое с ним соединяется, пишется таким образом. И так как эта буква не соединяется с последующей, поэтому у нее всего два написания. Или так, или так. Ну, здесь или соединяется, или нет. Важно, чтобы вот этот наклон был. Да? То есть если мы посмотрим клетку, то есть у нас должно быть вот это на строчке лежит, а здесь чуть-чуть такой изгиб. Да, то есть у нас не должно вот так быть, иначе это на ра будет уже похоже. Да, или так. То есть оно немножко сюда сгибается сюда. Буква даль, мягкая буква с согласовками, это да, ди, ду. Да, ди, ду. На сукуне это как раз вот быстрая буква. Ады, ады. Как буква каф, например, аку. Буква ба, абы. Да, тоже из этой серии буквы, и, по-моему, это последняя буква из таких быстрых на сукуне букв, которые мы с вами будем изучать, которые, в принципе, есть в арабском языке. Вот. Иншаллах, прочитаю вам примеры. Дум, дубы, дуф, риды, зиды, тады, дарусу, дафу, дебгу, дальку, дэгру, дугну, дуль-дуль, фуды-фуды, гуды-гуды, уш-дуды, я-тадаля, я-тадалю, истер-шада, истер-шиду. Видим, достаточно легкая буква. Мягкая, да, если проверим, посмотрим примеры, мы видим, да, когда вот она с последующей не соединяется, например, буква зи, зай, да, зид, зид, зай тоже не соединяется с ней, поэтому вышло, что две буквы как бы пишутся отдельно, когда она вторая в этом дуэте. А здесь вот тоже, да, дэр, ра, с ней не соединяется с ра, потому что она не соединяется, и ра тоже такая же буква, не соединяется, поэтому вышли все буквы в слове отдельно. Баракаллаху фикум, если есть вопросы, пишите, поддержите, ставьте лайки, бизнилля, будет вам полезно. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته